эскортный зоомагазин на ней было написано «Продаются обезьяны». Магазин продавал их 5 центов за штуку. Я подумал, что это странно, так как обычно стоят по несколько тысяч долларов каждый. Я купил их 200 штук, я люблю обезьян. Я взял все 200 обезьян домой. У меня есть большая машина. Я дал одной из них сесть за руль. Эта обезьяна не была умной. На самом деле никто из них не был сильно смышленым. Они всю дорогу били друг друга по лицам, а я смеялся. А потом они ударили в лицо меня. Я перестал смеяться. Я загнал их к себе в комнату. Они не сразу привыкли к новому дому. Они бежали, бегали, скидывали друг друга с дивана на большой скорости, вырезались в стену лицом. Поначалу это было весело, но через час это стало надоедать. 2 часа спустя я понял, почему на обезьян устроили распродажу. Видимых причин не было. Однако все они упали и словно умерли. Как если бы вы купили золотую рыбку, а она умерла 5 часов спустя. Чёртовы дешевые обезьяны. Я не знал, что делать. У меня в комнате валялось 200 обезьян на кровати, в шкафу, на книжных полках. Похоже, мне нужно было 200 раз выйти на улицу, чтобы вынести мусор. Я должен был избавиться от них, прежде чем мои родители вернутся домой. Я пытался смыть одну в унитаз. Это не сработало. Она застряла, и теперь у меня была одна мокрая мертвая обезьяна и 199 сухих мертвых обезьян. Я постарался представить, что это лишь чучело животных. И какое-то время это работало, пока они не начали разлагаться. Они начали очень плохо пахнуть. Мне нужно было принять душ, но в туалете застряла мертвая обезьяна, а мне не хотелось вызывать водопроводчика. Я был слишком смущен. Я постарался замедлить разложение, замораживая их. К сожалению, в холодильнике хватило места только для 2 обезьян, и мне пришлось менять их каждые 30 секунд. Эффекта это не принесло, мне пришлось также съесть все продукты в холодильнике, чтобы они не испортились. Я попытался сжечь их, не знаю как, но моя кровать воспламенилась, и мне пришлось гасить огонь. Теперь у меня была одна мертвая мокрая обезьяна в туалете и 2 мертвых обезьяны, замороженные в холодильнике. И 197 сваленных в кучу мертвых обезьян у меня на кровати, а запах становился все хуже. Я стал раздражаться из-за своей собственной неспособности разобраться с обезьянами. Меня раздражало и то, что я не могу воспользоваться ванной. Я ударил одну из мертвых обезьян в лицо и почувствовал себя лучше. Я попытался выкинуть их, но мусорщик сказал, что выбрасывать мертвых обугленных обезьян запрещено. Я сказал, что дома у меня есть еще мокрая обезьяна. Он сказал, что ее тоже нельзя выкидывать. Я не стал его спрашивать про замороженных обезьян. В конце концов, я принял решение. Я раздарил обезьян друзьям на Рождество. Мои друзья не знали, что сказать. Они делали вид, что им нравятся мертвые обезьяны. Но я могу уверенно сказать, что они лгали, неблагодарные свиньи. Поэтому я бил их в лицо. Я люблю обезьян.